Прокуратура Барнаула обнаружила массу нарушений в деятельности барнаульского перевозчика компании «Евробус Плюс». Напомним, поводом для проверки стала авария, которая произошла в конце 2018 года. За рулем автобуса 35-го маршрута находилась молодая женщина. Она не справилась с управлением и въехала в столб. Пострадали 20 пассажиров. Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Государственной инспекции труда проверили работу компании «Евробус Плюс». Так, например, установлено, что работодателям принимаются на работу и допускаются к управлению транспортными средствами водители без предварительного обязательного психиатрического освидетельствования. Также скрытые факты ненадлежащего оформления трудовых договоров. Кроме того, было выявлено, что «Евробус Плюс» выпускает на линию неисправные автобусы. На устранение всех замечаний компании отвели ровно месяц. После состоится контрольная проверка.